2017 юбилейный год. Якутия отмечает 120-летие со дня рождения выдающегося деятеля Максима Кировича Амосова. На днях представители Северо-Восточного федерального университета приняли участие в работе ежегодного Евразийского форума «Высшее образование 2017», который проходил в Астане. Более подробно о всех юбилейных мероприятиях нам расскажут наши утренние гости. Рада представить вам Ляйлю Саркытовну Сырымбетову, директора Центра трехязычного образования Национальной академии образования имени Алтынсарина, Петра Афанасьевича Савина, заведующего отделением дистанционного и сетевого образования СВФУ имени Амосова, и Сивцеву Инну Иннокентьевну, первого замглавы муниципального образования Намский улус. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Петр Афанасьевич, ну, несколько слов о прошедшем Евразийском форуме, что там было, с чем вернулись. Так, с 31 мая по 1 июня прошел Евразийский форум, и наши представители приняли участие во главе с нашим ректором Евгенией Исаевной Михайловой. А в работе форума были обсуждены и обмен опытом лидеров высшего образования. Ну, как давно Якутия, вот именно конкретно Северо-Восточный федеральный университет, сотрудничает с университетом Казахстана? Так, ну, между нашим университетом и Национальной академией образования имени Ибрая Алтынсарина был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках этого меморандума у нас регулярно проходит обмен опытом, проходят курсы. То есть у нас в начале этого года, в январе, делегация выезжала в Казахстан. Там тоже посещали открытые уроки, семинары. Именно для педагогов, да? Да, для педагогов, для руководителей образовательных учреждений был интересный опыт, которым вот наши представители остались очень довольны. Ляйля Саркытовна, вы тоже обучали наших педагогов, да? Что за лекции это были? Ну, да, на самом деле, как сказал Петр, к нам приезжала уже трижды делегация из Республики Саха-Якутия. Мы встречали себя в Национальной академии образования. Общая тема, речь идет о модернизации системы образования в Казахстане. У нас идут системные грандиозные реформы, на самом деле, по масштабам, по своим замыслам. И нам, ну, нам есть чем поделиться, и нам бы вот в этих новых условиях хотелось бы тоже учиться. Поэтому важны очень такие вот обменные, диалоговые программы, проекты. Я хочу сказать, что вот этот меморандум, который мы заключили от Национальной академии образования имени Алтынсарина и Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, вот это работающий меморандум, когда мы приезжаем не только в одну сторону к нам, но и сюда. Я уже третий раз здесь, в Республике Саха. Дважды я уже, ну, скажем, была в Нюрбе, в Мае, в Намсах. Сегодня мы снова собираемся ехать к нашим коллегам Намс. Мы читаем вот лекции, связанные как раз с обновлением содержания образования. Читаем лекции по профессиональным стандартам, как развивается квалификация педагогов. Безусловно, мы не только лекции читаем, мы хотим показать то, что у нас уже наработано. Поэтому есть посещение организации образования, посещение, конечно, каких-то других центров. В Астане у нас есть что показать всегда. Пытаемся не только ограничиваться, скажем, организациями образования города Астаны, когда к нам приезжают гости с Якутии, Саха. Мы показываем еще наши сельские школы, мы показываем и загородные детские лагеря. Дело в том, что, конечно, мы хотим показать лучшее, но не потому, что оно лучшее, а показать возможности того, как можно достичь успехов. И этим мы гордимся. На самом деле есть много моментов, но очень много, конечно, вопросов, потому что мы вышли из зоны комфорта, мы поменяли многое в образовании, и страна большая. У нас школьников только 3,5 миллиона детей.
И вот на эти масштабы вводить какие-то реформы всегда непросто. И очень важны, конечно, опыт других стран. Вот Евразийский форум высшего образования, лидеров высшего образования, в котором принимали участие, следом сразу мы проводили международную конференцию по непрерывному образованию. То есть вот такая вот работа. Угу. Ну, в рамках мероприятий все-таки не будем отходить от темы, да, 120-летия Максима Кировича Амосова. А завтра вы уже отправляетесь, мне известно, на республиканское эссе, да, в Намский вуз. Да. Что там ожидается? Какие гости будут? В Намском улусе вот завтрашнего дня у нас начинается двухдневный эссе, посвященный 120-летию Максима Кировича Амосова. Вот первый день он будет проводиться в селе Хатырык Намского улуса, вот, где родился Максим Амосов. И второй день, 21 июня, будет проводиться в селе Намцы. Ну, мы ожидаем приезд очень многих гостей. Вот Ляля Саркытовна к нам приезжала, уже приехала уже во второй раз, и завтра будет вот участвовать вот в этих мероприятиях. Это как бы получится такой культурно-исторический образовательный десант. Так что вот, потому что сегодня они выезжают и сегодня встречаются с учителями. Будет не только вот, будут участвовать не только в праздничных мероприятиях, но и вести лекции. А помимо этого у нас ожидается приезд делегации из Кыргызской республики. Так, кстати, это официальная сегодня там делегация, уже дни, да, Максима Кировича. Вот сегодня в городе Якутске как раз открываются дни киргизской культуры и искусства. И еще сегодня прилетает внук Максима Кировича Амосова, тоже его зовут Максим Амосов, и его невестка Мария Амосова. Здорово. Так, поэтому гостей много, мы готовимся, и ожидается вот такое большое мероприятие. Отлично. Ага. Что ж, спасибо, уважаемые гости. Я желаю вам только отличного проведения всех мероприятий, не только культурных, но и образовательных. Да. Ждем вас снова в нашей студии, в гостях нашей республики. Ну и мы ждем тоже всех.